Ребятушки, всем привет! Всех-всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, сейчас будем с вами распаковывать посылку. В этой посылке будет красный костюм. Девочки, я рискнула заказать себе красное. Как я в нем буду выглядеть, я даже просто себе не представляю. Но хочется каких-то уже ярких красок. Я не знаю, хватит уже носить черное, да? Конечно, мне еще там худеть, но тем не менее, хочется что-то уже в себе менять. Девчонки, чувствую себя вообще сегодня великолепно. Не знаю, что на это влияет. Погода, либо витамины, либо... не знаю, в общем, какие факторы на это влияют. В общем, давайте посмотрим, что нам там... что нам прислали. Ну, очень ждала вот эту посылку. Именно вот посмотреть, как на мне будет красный цвет. Это домашний костюм, конечно. Пока я что-то такое яркое, допустим, не рискнула бы, да, одеть вот куда-то в город. Хотя бы надо поэкспериментировать дома. Так, не поняла, девочки. Не поняла. У меня пришло две скатерти. Я заказывала одну только. Ну, сейчас посмотрим. Так. Сейчас с ценниками, со всеми делами. Так. Ну и поехали. Давайте с красного костюма начнем. С красненького костюмчика. Вот, это то, что я заказывала себе. Он будет, девочки, с примеркой. Я уже в конце покажу. Так, вот такая вот у него футболочка. Видите? Он прям не совсем прям ярко-ярко красный. Но, тем не менее, для меня этот цвет, он для меня такой, знаете, опасный цвет. Так, и вот такие вот идут бриджи к нему. В общем, посмотрим, померяем, посмотрим. Вообще, как раз ли он мне будет. А, девчата, как раз он мне будет, не знаю. В общем, примеряем. Так, и стоит этот костюм у нас... стоит у нас этот костюм 789 рублей. Дальше. Девочки, у них вышли на сайте, в интернет-магазине «Василёк», вышли вот такие платки. Это платки заказывала мама. И очень мне нравятся, они напомнили те времена. И, в общем, она увидела, говорит, закажи мне. Смотрите. На ощупь такие приятные-приятные, девчонки. Вот такие вот яркие платки. Они у них написано, что это русские платки. Русские платки. Так, вот такой вот он яркий. Цвета такие насыщенные. Ткань приятная. Не знаю, что это за ткань. Даже не могу сказать, девчина. Даже не могу сказать, что это за ткань. Вот такая вот красота. Так, и второй заказали, это большой, у них разные размеры, и точно такой же, даже он не точно такой же, он похож, и такой же второй платок, но это маме. Можно, конечно, вот с этого большого платка, можно, конечно, накрутить там всякие себе загогулинки, типа тюрбана, что-нибудь такое. Точно такое же качество, только другой размер. Вот, видите? Вот такие вот яркие. На шею намотать или на голову одеть. Кому как удобно, кому как нравится. Так, эти платки поедут к маме. Это когда я уже к ней поеду. А поедем мы, когда у нас будут каникулы. Вот тогда мы и поедем. Так, цена этих платков. Так, платок, который большой, он стоит 400 рублей. А, называется он, девочки, грушенька. Грушенька. Платок большой, грушенька, 400 рублей. Платок маленький, грушенька, 260 рублей. Дальше. Так, вот это я заказывала Алине. Они поедут на танцы, я же вам говорила. Они будут ночевать, то есть 3 дня их не будет.
И вот такой я ей взяла халатик, ночнушка-халатик. Так. Вот такая идет маечка. Вот такая маечка с шортиками. Вот такие шортики. Это для ночного сна. Так, и сверху идет вот такой вот халатик. Сверху всего этого. Приятный такой трикотаж. Вообще отличный, шикарный трикотаж, девчонки. Вот, видите? Вот такой вот халатик. Рукав 3/4 с карманчиком. Но он без поясочка. Ну, в общем, это ночная, получается, ночнушка. Сверху накинул халатик. И, в общем, вот так вот. Здесь нету поясочка. Выглядит это все дело вот так. Это, можно сказать, как пеньюарчик, что ли, вот в таком вот роде. Но мерить мы это не будем. Это одежда для сна. Так. Дальше. Девочки, вот такие у них сейчас носки красивые. Я тут раз хотела выписать, но почему-то они не положили. И эти носки я увидела у мамы отличника, у Елены Павловны. Она такие носки показывала. В общем, они прозрачные. Прозрачные. Так, а что у нас по ночнушке? Так. Пеньюар женский. 912 рублей. Но у него качество отменное. Трикотаж. Ну, вот прям вот, вот прям хороший-хороший трикотаж. Так, и вот такие вот у нас идут носки. Твой стиль. Так, давайте, чтобы вам было понятно, на черных открою, вы поймете, в чем там дело. Носки, часть сделана из капрона. И вот у нее тогда увидела эти носки, она говорит, я заказывала их в Васильке. В общем, смотрите, прозрачный носок, то есть вот это прозрачный капрон, вот это у нас идет трикотаж, то есть такие низенькие носочки, которые идут до щиколотки. Очень такие прикольные, я не встречала такие даже у нас в продаже. Выглядят они шикарно, смотрите. Ну, прелесть просто, да, вот как будто бы такое ощущение, что у тебя нет нас, здесь ничего нету, и вот у тебя выглядывает пяточка, и вот это вот окантовочка. Вот, набор таких носочков, их здесь идет 6 штук в наборе. Так. Носки женские, они стоят 42 рубля. 42 рубля пара, вот 6 штук стоят 252 рубля. Ну, классные, прикольные. Ой, девочки, точно, видите, я не обманываю. Так, это мы уже распаковали. Так, почему две скатерти, я не понимаю. Так, и вот такой вот набор. Ну, это больше кому-то подарить. Идет здесь полотенце. Прихватка. И... вот такая варежка. А, нет, вру, девочки, это не полотенце, это этот фартук. Вот такая вот варежка идет. Вуаля. Вот такая идет к нему прихваточка. Стоят они очень-очень дешево. Сейчас вам скажу цену. И идет вот такой вот фартучек. Так, идет вот такой вот фартучек. Вот, видите? Вот такой наборчик. Так, стоит он... Там-тарам-пам. Кухонный набор. Матрешки. Зеленый фартук. В общем, вот эти все три прибора стоят 105 рублей, девочки. 105 рублей. Это вафельное, как вафельное полотно. Вот такая ткань. Так, дальше. Здесь идет просто. Просто идет кухонное полотенце с двумя прихватками. Это тоже, знаете, на такой маленький презентик. Кому-то мелочь, как говорится, а приятно, да? Зашел к тебе кто-то, с собой дал, человеку приятно. Поднял ему настроение. Вот такие вот идут две прихваточки. И вот такое вот кухонное полотенчико. Вот видите. Дальше.
Так, девочки, два наперника. Наперники я у них уже заказывала. Наперники показали себя хорошо. Я ими всеми пользовалась. Заказывала я уже 4 штуки. Я поменяла наперники на своих подушках старых. Вот, и заказала еще 2, чтобы просто лежали на НЗ, на когда-нибудь. В общем, они на замочках. Замочки ничего не вылетают. Ну, в принципе, с чего они должны вылетать? Почему они должны вылетать? В общем, наперники классные. Ткань кик очень хорошая. Так, сейчас я вам скажу, почем они. Так. Наперник на молнии. Одна штучка 50 на 70 стоит 126 рублей. Так, и вот этот набор, еще один набор, который с прихватками, он стоит 77 рублей. 2 прихватки, 1 полотенце 77 рублей. Так, это разобрали. Дальше. Это у нас идут девочки салфетки. Красивые, яркие, сочные салфетки. Салфетки стоят они 35 рублей. 2 штучки. Хоть просто пользоваться как салфетка, хоть даже вот просто как маленькое такое полотенчико вытереть руки, или у вас кто-то дома сидит, подать, вот вытереть руки, так сделать красивенько. Чистенько будет все. Вот такие вот яркие-яркие расцветки. Смотрите, какие сочные-сочные яблоки. Как вы знаете, рисунок как будто как 3D, что ли. Вот я так бы сказала бы. Так, дальше идет у нас вот такая вот футболка. Футболка. Это я заказывала себе, девочки. Себе. Вот такая я вижу. Ага, она мне будет как раз. В общем, коричневого цвета. Вот такой у нее вырез. Вот такие у нее рукавчики. Это я все покажу вам. Померяю, покажу. Юля, если не черная, то коричневая. Если не коричневая, то темно-синяя. Вообще, я не уверена, будет она мне как раз, не будет. Вроде бы верх будет как раз, а здесь не знаю. Ну, в общем, примерим, посмотрим. Так, дальше. Это все, это у нас идут пакеты. Они нам не нужны. Так, девочки, я не понимаю, почему у меня идет 2 скатерти. Я заказывала 1 скатерть. Всем она тогда очень-очень понравилась. Но почему, может быть, знаете, когда вот ошибку какую-то выдала. Ну, сейчас посмотрим. Так. Скатерть. Почему я не вижу? Так, скатерть. Есть такое дело. Стоит она 797 рублей. Но это размер, девочки, большой размер. 1,5 на 2,20. У них еще есть на 2,40. Но мне на 2,20 будет нормально. Я хотела... В общем, сейчас скажу вам, что хотела. Сейчас покажу сначала скатерть. На этом столе убрать эту клеенку. Она все начинает меня подвешивать. И вот когда поеду в город, куплю силикон. Застелю, и будет прям, знаете, веселенькая такая летняя, веселенькая летняя скатерть. Вот такая у нее, видите, рюша красивая. Вот такая вот расцветка. И вот такая красивая рюшка. Рюшка, знаете, какое хорошее качество? Она такая плотная, то есть она не жиденькая. Все здесь прострочено прям от и до. Вот такая прелесть. Я вам покажу, как оно будет смотреться. А что, я вам сейчас покажу, как оно будет смотреться. Просто застелю, но потом уберу, потому что я не буду стелить без силикона ее, чтобы не испачкать. Ну и вторая, девочки, точно такая же. Вот такие вот дела. В общем, вот такая вот распаковочка. Сейчас примерюсь и все вам покажу. Так, ребятушки, в общем, смотрите. Скатерть я застелила. Вот так она выглядит. Видите? Вот такие у нее рюши. Сверху, если я застелю силикон, это будет шедеврально. Ну, как не шедеврально, но будет классно. Так, по поводу вещей. Короче, одела я, девчонки, этот костюм, но
Я это вам так скажу. Штанишки ничего так, но кофточка маловато. Маловато кофточка, а вот эта футболочка, ну вот смотрится она вот так. Вот так, видите? Приятный такой трикотаж. Неплохой такой. Вот. Ну, конечно, надо худеть, худеть, худеть и худеть еще под этот костюм. И под костюм надо худеть, в общем, под все надо худеть. Ну, я не ожидала от футболки, но футболка как бы вот, ну вот, вот как она на мне смотрится, вот так вот она и есть. И вот они, вот такие вот бриджики. Я думаю, через месяц я эти бриджики положу, не буду сейчас их носить. И пускай, когда я влезу в футболку, тогда уже я буду одевать этот костюм. В общем, вот так вот, ребятушки. Ссылочку на интернет-магазин «Василёк» я оставлю в описании под видео, закреплю в комментарии. И также оставлю их инстаграм. Работают они очень быстро, оперативно. Я думала, что почта не будет работать, но посылка пришла оперативно. Я просто, у меня приложение «Почта России», и я видела каждый день ее передвижение. То есть магазин работает, несмотря на праздники. Заходите, заказывайте, радуйте себя, свою семью. Ну, скатерть ее, девочки, довольна. Она, знаете, вот прям вот с этой бахромой, ну, смотрится шикарно. Скажите, чем та клеенка, она мне уже честно выела глаз, съела мой глаз. И вот так вот силикошечку куплю. И вот две положили, лучше бы разные были. То бы я разные меняла, и было бы у меня разное настроение. Ну, тоже настроение поднимает. Тут и маки, и тюльпаны, и ромашки, в общем, васильки, что здесь только нету. И хризантемки. Смотрится, конечно, она на ура. Так вот, в домике в деревне прям вообще смотрится хорошо. Ладно, мои хорошие, все, на этом я с вами прощаюсь. Всех-всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Всем пока-пока-пока.